В рамках программы гостеприимства в Сочи появилась еще одна площадка для отдыха гостей курорта. Среди болельщиков «Русского дома» нет победителей и побежденных. Отличное настроение обеспечивали лучшие коллективы города, а также звезды эстрады. Группа «Нана» подарила яркое выступление в поддержку российской сборной и ее болельщиков. Более 80 коллективов приняли участие в культурной программе клуба любителей спорта. Самовары и матрешки, хохлома и кокошники, казачьи песни и кавказские танцы. Весь красочный колорит Краснодарского края собран в одном месте – «Русском доме болельщика». Это площадка с новым качеством спортивно-зрелищных мероприятий, концертов, фестивалей и конкурсов. Уютная, комфортная, летняя, по-домашнему любимая зрителям. Впереди новые встречи, соревнования и матчи, хоккей, теннис, Формула-1. Клуб был создан инициативной группой в лице концертного агентства «Арена» и дирекции летнего театра. К проекту подключились оргкомитет ФИФА, Российский футбольный союз, администрация города Сочи. «Русский дом болельщика «Катюша» приглашает всех на финальную игру 15 июля в 18 часов в летний театр парка имени Фрунзе. Гостей ждут выступления известных ансамблей, казачьего коллектива «Люба» и народного вокального коллектива «Сиван», а также конкурсы, призы и подарки. Билеты продаются в кассах города и летнем театре парка имени Фрунзе.